Здравствуйте! У нас сегодня видеоконференция со мной, с Вячеславом Анучаровым. Наконец-то я оказался здесь перед камерой, чтобы ответить на все ваши вопросы вот в этот предновогодний период. Ну что, поехали. Я включаю Твиттер, уже включен компьютер с вашими вопросами. Сейчас я включаю Твиттер, чтобы онлайн задавали все вопросы мне люди, которые знают, что сегодня пресс-конференция должна начаться у меня. Так, сейчас. Вот сразу посыпались сообщение. Ну что, поехали. Значит, начнем с первого вопроса, который здесь вот... Вообще для меня этот формат, честно говоря, очень необычен. Почему? Потому что, ну, во-первых, я хочу сказать, что очень приятно, что моя скромная персона кого-то интересует. И так много вопросов. И вопросы не только про работу, не только про какие-то мои личные жизненные истории, а вопросы про жизнь. Мне это очень нравится, то, что я сегодня буду отвечать не просто про работу и про жизнь, а про вопросы, которые интересуют и волнуют всех нас, россиян, и какие-то советы даже, может быть, будут давать. Поехали. Значит, первый вопрос, который мне написали на сайте «Большой разницы». Вячеслав, вы очень целеустремленный человек. Скажите, какие у вас планы на будущее? Как вы видите себя через 25 лет? Пишет мне Оксана из Киева. Оксана, действительно, я очень целеустремленный человек. Я это чувство в себе культивирую и, как сказать, удобряю очень сильно. Почему? Потому что считаю, что актер, прежде всего, и вообще творческий человек должен быть сам себе и режиссер, и продюсер, и сценарист, и гример, и костюмер, сам себе режиссер, скажем так. Поэтому мое целеустремление связано и с профессией. Ну, я как-то с детства так, понимаете? Почему? Потому что я воспитывался в семье, где мои родители было мало времени заниматься мной. Мой папа был директором первой меховой фабрики города Москвы, мама занимала достаточно большой пост, она была директором салона «Чародейка», и поэтому времени оставалось на воспитание меня очень мало. И я был предоставлен не себе, а своим бабушкам, дедушкам, библиотекам и так далее. И поэтому в основном сам себя так лепил. Я self-made человек, поэтому целеустремленность – это один из таких культивированных моих чувств, которые сам в себе ращу. Как я вижу себя через 25 лет? Ну, я, прежде всего, вижу себя в профессии. Надеюсь, она чуть-чуть, может быть, изменится. Не только актерство будет, но, может быть, и продюсерство, может быть, какая-то история с режиссурой, которая меня тянет уже давно, но как-то я пока опасаюсь этого. Может быть, дай бог, сложится моя судьба с телевидением, журналистикой. Я очень этого хочу и очень к этому иду. Посмотрим, что будет через 25 лет. Это первое. Ну, естественно, я вижу себя в кругу близких своих семьи, своих близких людей, которых я люблю. Это моя семья. А вот счастливым отцом, мужем, сыном и так далее, без изменений. Так, поехали дальше. Давайте в Твиттере спросим, что происходит в Твиттере. Так, посмотрели спектакль «Коварство и любовь». Очень понравилось. Как работала с Ниной Чусовой? Как будете встречать Новый год? Так, посмотрел спектакль «Коварство и любовь». Я вновь захотела поступить в театральный вуз. Как думаете, получится? И верите ли вы в то, что если очень захотеть, то все исполнится? Пишет Анастасия из Тюмени. Я абсолютно верю в то, что если очень захотеть, и все исполнится. Вообще нужно мечтать. Нужно мечтать. Это состояние, которое, как Саша Цикало говорит, нужно представлять свое будущее. Нужно четко представлять и планировать дом, в котором ты будешь жить, машину, на которой ты будешь ездить, ту работу, которой ты будешь заниматься. Я живу по принципу мечты. Я всю жизнь мечтаю. У меня всегда есть маленькие какие-то записочки, какие-то маленькие символы, о которых я мечтаю и иду к этим желаниям. И поэтому мечтать надо, и поступать в театральный вуз обязательно пробовать надо, потому что когда вам станет лет 50-60, уже будет поздно это делать. Вы скажете, какая же я была дура, или какой же я был дурак, что я тогда не попробовал себя в этом. Потому что, ну, за пробу-то никто голову с плеч вас не снимет. Пробовать надо, понимаете, попытка не пытка. Поэтому мой вам совет, пробуйте, ошибаетесь или поступаете, не ошибаетесь, но это будет ваша жизнь и ваша проба. «Коварство и любовь», Нина Чусова. Очень потрясающе с ней работалось. Это первый, наверное, за лет много режиссер, который знает, что хочет.
человек, который знает, что актер здесь делать должен, что он должен говорить, как он должен говорить. Человек, который каждый раз на репетицию приходил с 5-6 вариантами решения сцен. Невероятная, бесконечная, юморная, легкая. Для меня люди определяются на два типа, мои и не мои, очень четким присутствием одного факта – юмор. Вот если человек с юмором, а если самоирония, это вообще мой, вообще бесконечно. Нина относится к такому сорту людей, с которыми можно шутить и молить. Она умеет вкусно шутить над собой. И это здорово, это потрясающе, это невероятно. Поэтому с ней работалось просто как песня. В одну сторону, и легко, и потрясающе. Спектакль получился интересный, на мой взгляд. Не могу не отметить актерский состав, который в этом спектакле занят. Это Андрей Финягин, это Александр Рапопорт, это потрясающая Оля и Таня Арнгольц, сестры Арнгольц, с которыми жизнь меня сводит с 99-го года, с поступления в театральный вуз. Я дружу с этой семьей и восхищаюсь и на сцене, и в жизни этими двумя девушками, и люблю их очень сильно. Это Эвелина Блёданс, это Сузиловская, это Долинина Ольга. Потрясающий актерский состав, очень удобно. Это Владимир Валентинович Меньшов, неотразимый, который, как сказать, ну, вообще фантастика. Понимаете, выходить на сцену с лауреатом Оскара, и понимать, что ты стоишь с человеком, который снял «Любовь и голуби», который снял «Москва слезам не верит». И ты с ним стоишь, шутишь, как на равных, понимаете? Это невероятное, невероятное, потрясающее чувство. Вот, поэтому вот так. Идем, значит, дальше. Идем дальше, значит, что у нас идет дальше? Дальше вопрос такого рода. Ваш внутренний мир раскрыт в творческих работах, как мы видим на экране, или вы еще пробуете все, что получится. Ваш образ подходит больше для романтического любовного героя, готового на подвиги. По-моему, именно так. А как вы сами оцениваете и какие перспективы? Кто вы? Пишет мне из Северодвинска аж. Ну, вообще, с образом история такая достаточно долгая у меня. Когда я весил 135 килограммов, образ был один. Снаружи, а внутри он, по сути, не меняется. И когда я вот был тогда в том образе толстого паренька из «Простых истин», почему, собственно, все мне задают вопрос такой, почему ты похудел, почему ты похудел? Потому что, наконец-то, внутреннее встало на один уровень с внешним. Очень часто и очень большая проблема для артистов, вообще для исполнителей, вообще для людей, для всех, в принципе, мне кажется, это когда внутренний мир не, как сказать, не схож с внешним. Это огромная проблема, когда эти два мира в дисбалансе. А когда они на одном, это гармоничная гармония происходит. Поэтому, конечно же, ответить на ваш вопрос так однозначно я не могу. Я ищу пока что свой образ и себя, и открываю себя бесконечно в новых работах, в каких-то жизненных ситуациях. Не очень понимаю ваш вопрос по поводу, какие оцениваете, какие перспективы. Но надеюсь, что самое лучшее. Я искренне верю в то, что все самое интересное у меня впереди, это так и есть, хотя мне есть чем, честно говоря, похвастаться, и грех жаловаться на то, что было. Я работал с большими, с известными, с красивыми художниками, впереди, надеюсь, не менее интересные вещи ждут меня. Идем дальше. Привет, Вячеслав, какую музыку ты слушаешь? Например, слушал ли ты капеллу? Удачи тебе, успехов, любимой работы, хорошей жены и хорошей машины. Интересно, нужна у меня хорошая машина, тоже неплохая. Пишет, кстати, Николай из Тольятти. Ну вот, в Тольятти тоже неплохие автомобили. Так вот, значит, Коль, ну что сказать? Музыку слушаю разную, люблю разную музыку. В основном это либо классика, либо какой-то джаз, либо какой-то модерн. Очень люблю русскую эстраду. Просто вот, ну, как сказать, люблю русскую эстраду. Алла Пугачева, Лайма Вайкулы, Земфира. Сейчас еще какие-то у меня новые появляются
поклонники и поклонницы. Вот, наоборот, вернее, я становлюсь поклонником. Вот, поэтому я такой разносторонний. В машине слушаю радио, либо классику, дома какую-то фоновую музыку. Часто бывает, хожу на концерты наших русских исполнителей, частенько. Идем дальше. Здравствуйте, Вячеслав, опишите, пожалуйста, свой характер. Чудовищный. Идем дальше. Вячеслав, а можете вы громко на камеру сказать: передаю привет почетному... Нет, этого сказать невозможно. Степан Максимович Петрович, вы все... сказочной страны. Друзья, это прочитать невозможно. Передаю привет. Дойдем дальше. Это не прочесть. Здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, когда мы увидим вашу передачу на Первом канале «Вкус жизни»? Друзья, сам жду, когда мы увидим эту передачу. Почему? Потому что не хочется делать полуфабрикат. Первый канал легендарен тем, что он создает новые продукты хорошего качества. Это не быстрый какой-то, понимаете, полуфабрикат. Это, ну, я громко сейчас скажу, наверное, но это шедевры. И шедевры вот так вот с кондачка не делаются. И надо отдать должное Первому каналу, что он приостанавливает выпуск этой программы, чтобы сделать ее более сочной, более вкусной. Ведь не просто она называется «Вкус жизни». Поэтому ждите и дождетесь в ориентировочно в середине января. Так, Вячеслав, вы замечательный актер БР. А какие новые и неожиданные образы нас ждут в будущем? Друзья, смотрите «Большую разницу» и увидите много нового, интересного, неожиданного. Сейчас идем дальше. Сейчас в нашей жизни много несправедливости. Так хочется лезть на пролом. Что делать? Как вы переживаете такие моменты? Вот вопрос очень ожидаемый. И вроде как бы, как сказать, дико то, что происходит вокруг. И вроде понимаешь, что ты абсолютно пассивно можешь в этом участвовать, крича на кухне, в гостиной, около телевизора, как несправедливо, кошмар. Но это же наша страна. Когда-то, 10 лет назад, когда я закончил в Англии Королевскую британскую школу, передо мной был выбор уехать из Англии в Россию или остаться там и прожить там жизнь и закончить там как бы еще одно образование, чтобы получить работу и остаться там на всю жизнь. Когда-то я сделал выбор в пользу России, в пользу Москвы. Когда здесь был черт все знает что. Здесь был 94-й год, ну и страшно, 92-й год. Вот эти все самые-самые опасные и страшные мутные времена нашей страны. И тогда я очень четко и сейчас я понимаю то, что вот сейчас творится история. Вот сегодня конкретно перед телевизором, на улицах, переходы, где-то еще творится история как раз. И вы можете либо стать участником этой истории, либо стать прохожим этой истории. Я выбираю участника. Но каким образом? Конечно, я не призываю вас идти на баррикады и стоять с транспарантами, но очень четко, мне кажется, нужно выражать свое мнение. И не забывать то, что вы и есть эта страна. На ваш вопрос... как переживать такие моменты? Но мне кажется, надо сочувствовать, потому что сочувствие, неважно, материальное, но моральное, физически, оно все равно доходит. Поэтому хотя бы, если вы не можете как-то повлиять на ход этих событий, будьте в курсе и будьте как-то, ну, будьте заодно. Потому что один прутик можно сломать легко, а когда много прутиков, это уже не сломаешь. Идем дальше. Здравствуйте, мой любимый актер Вячеслав. То есть это я. Какую из своих главных ролей в кино или сериалах вы считаете наиболее удачной? Ну, на мой взгляд, это, наверное, из... Ну, много чего было такого какого-то яркого, но из каких-то таких самых, наверное, удачных вам решать, не мне. Мне каждая роль была для меня находкой и открытием. Но из таких более... запоминающихся и более, которые больше шрама оставили в сердце, скажем так. Сердце актера — это такое вот сердечко. А каждая роль, она оставляет маленькую царапинку, шрам или дыру иногда бывает.
Смоктуновский говорил, что даже в конце своей жизни я слышу гудок того автомобиля, который я угнал глубоко в сердце. Поэтому берегись автомобиля, он был всегда с ним. Таких примеров масса. Ну, наверное, ответив так не лукаве, это, наверное, «Ласковый май». И почему? Потому что очень много было сделано для этой картины, и очень много через себя я пронес в этой картине. То есть от материалов, которые я читал, писал, и слушал, узнавал, видел, то есть это был год подготовки к этому проекту, до момента того, что, как сказать, я встретился с участниками, собственно, с участниками этого коллектива и узнал все это наизусть и как бы все такое прочее. Дальше. А по поводу второй роли, наверное, я могу сказать, что это Егор из фильма «Хроники супружеских измен» с Любой Далкалиной. Этот фильм должен выйти вот буквально очень скоро, вот, как сказать, ждем. Вот. Поэтому так. Идем дальше, да. У вас есть, пишет мне Василий из Белгорода, красивый город и интересный вопрос. У вас есть ангел-хранитель, или точнее вы чувствуете его присутствие, помощь, заботу? Да. Да, есть, и я боюсь даже об этом говорить, но меня вообще по жизни ведут по жизни. Я ведомый такой по жизни человек. Не значит, что я такой, как сказать, да? Вот я чувствую, что сзади меня стоит что-то, что мне говорит, надо сделать так, надо сделать так, надо сделать так. Кто-то называет это Богом, кто-то называет это ангелом-хранителем, кто-то называет это случаем жизни, какой-то там чутьем. Ну, знаете, как в Библии сказано, каждая любовь есть любовь, а каждая вера есть вера. Называйте это как угодно, но главное, чтобы это было, потому что это легче, приятнее и самое главное, ну, как бы, качественнее жизнь становится. Так, идем дальше. Анна из Кемерово пишет. Вы и ваша кожа не устает ли от постоянного грима? Еще один вопрос. Много человек из вашей группы выпуска в Щукинском училище устроилось по специальности или нет? Отвечая на ваш первый вопрос по поводу кожи, то, что, конечно, гримы большой разницы делают свое дело, старят нас чуть быстрее, чем обыкновенно обычных, так сказать, актеров, потому что у нас серьезный грим-цех, и иногда нужно долго носить большое количество такого твердого грима. Поэтому, конечно же, устает, но, как у каждого, наверное, человека, который использует грим, есть свои рецепты, есть свои какие-то секреты, поэтому, собственно, больше гулять надо на воздухе, и все будет хорошо. По поводу выпуска Щукинского училища, строились по специальности, очень актуальный вопрос, потому что не все, далеко не все. Хотя мне повезло, я учился на курсе с потрясающими педагогами Владимир Абрамович Петуш, Юрий Михайлович Аршаров, Альберт Григорьевич Буров, Александра Казанская, Александра Петровна Николаенко, Василий Семенович Лановой, Александр Анатольевич Ширвин. Я могу продолжать дальше. Это только там несколько педагогов, которые были моими учителями. Их бесконечное количество, поскольку Щукинское училище имеет систему мастерских. Ты проходишь практически через всех педагогов. На моем курсе учились и закончили мои однокурсники Марина Александрова, Ольга Ломоносова, Гриша Антипенко, Петр Федоров, Станислав Рединский и я. Да, достаточно такой, как сказать, ну, звездный курс, честно будем говорить. Вот. И мне кажется, когда на курсе достаточно такое большое количество людей, которые остались в профессии, это здорово. Есть люди, которые не стали такими, пока что они стали такими, ну, как сказать, не знаю, медийными, известными, узнаваемыми, скажем так. Это не значит звездность, качество актера на это не влияет. Но я с гордостью могу сказать, что большинство моих однокурсников работают в театре. И это здорово. Это потрясающе, это редкие случаи. Но не все. Идем дальше. Значит, Ирина из Мытищ пишет. Где вы будете встречать Новый год? С наступающим Новым годом. Вы очень клевый. Спасибо вам. Новый год я буду встречать по традиции со своими близкими, своей семьей. Вот. И поэтому
ну, как бы, где это будет, еще пока не знаю, либо на даче, либо на даче, не знаю. Идем дальше. Так, Маргарита из Череповца, прям просто эссе. Доброго вам дня, Вячеслав, и вам. С Андреем Сорокиным, Дмитрием Блохиным и Сергеем Буруновым вы снимались в нескольких проектах, сериалах и фильмах. Поддерживаете ли вы отношения с этими актерами? Большой разницы, вы с Буруновым лучшие, самые заметные. Держите, или просто довольно вообще. Значит, суть вопроса в том, что общаюсь ли я с кем-то, с людьми, с которыми я встречался на площадке. Не со всеми. И вообще могу сказать, что с Сережкой мы давно, как сказать, работаем. Ну, дружбы я не могу это назвать, поскольку, ну, это приятельство скорее. У меня нету друзей в профессии. Это как-то так повелось. Ну, нет такого дела у меня. Я считаю, что в театре, в кино, в телевидении вообще нельзя, не нужно дружить. Это чуть-чуть мешает сначала. Потом, может быть, да. Но нужно работать, приходить и уходить. Ну, это другой момент. Я никогда, когда работал, скажем, там, в Рамте, было принято в гримерках сидеть и выпивать. Вот я это не любил делать. Сейчас в Твиттере пишут. Да. Сейчас отвечу на все вопросы. В Твиттере пишут, скажите, где вы одеваете? Сейчас я отвечу. Поэтому друзей мало у меня в жизни. Ну, как мало? Это там, двое-трое людей. Двое. А приятелей очень много. И, конечно, в силу профессии их не может быть мало, поскольку, ну, как бы, публичность присутствует и все такое прочее. С Дмитрием Блохиным мне посчастливилось работать в двух проектах. Это «Отблески» и «Ласковый май». С Андреем Сорокиным то же самое, с Сергеем Буруновым вот уже третью картину работаем вместе. Объясню, почему этих трех людей собирают все время рядом, и жизнь, и случай. Все неспроста. Есть потрясающий, гениальный, мой любимый кинорежиссер Владимир Виноградов. Человек невероятного юмора, невероятного таланта, невероятного актерско-педагогического мастерства. Он известен и как актер, и как режиссер. Мне посчастливилось работать с ним в трех проектах. Это «Ласковый май», это «Глухарь в кино» и это сериал 24-серийный «Отблески». Большего подарка от судьбы я даже не надеюсь получить, потому что, ну, с ним потрясающе. Он и учит, и показывает, как надо. Володька, ты супер. Идем дальше. Какой марки часы у вас на правой руке? Оп! Нету никакой. У меня марки часы на правой руке. И на левой нету. Оп! Видите? Значит, Анастасия из Тюмени. Можно другой вопрос? Можно. Как вам Тюмень? Успели ли вы погулять по городу? Я был недавно в Тюмени со спектаклем «Коварство и любовь», и поэтому по городу мне удалось погулять, поскольку мы были там два дня. Потрясающе милый, маленький, уютный город. Невероятное ощущение от театра, от вашего, где, собственно, вы жили и где играли спектакль. Какой-то просто, ну, какой-то Ковенгарден у меня была ассоциация. Новое здание, потрясающе построено. Вот. Но самое большое потрясение у меня от вашего города – то, что после спектакля нас повезли на соленые горячие источники. Я не помню, как это называется, но это была фантастика. Я не ожидал, что в нашей стране существует такой формат. Я сидел, знаете, как обезьяны иногда сидят в горячих источниках, вот так вот. Снег идет, я тоже так часа полтора сидел в этой кипятковой луже, и это была фантастика, это было невероятно. У меня было потрясение. Частичку этого города, этих солей, привез с собой в Москву. И всем рассказываю, хожу с восхищением об этом городе. Так, давайте посмотрим, что пишут в Твиттере. Так, в Твиттере пишет. Елена пишет. Скажите, пожалуйста, как вы любите отдыхать? С кем, где и в какое время? Лена, отвечая на ваш вопрос, однозначно сказать не могу, потому что существует много какой-то в последнее время работы. И, конечно же, любимый отдых в последнее время – это просто полежать, поспать на диване, вот, тупо выспаться.
9 часов сна – это лучший подарок в последнее время для меня, который может быть. Ну, это если так банально. А вообще путешествовать люблю очень сильно. Делаю это не часто, но глобально. То есть, если еду, то еду. Со временем у меня как-то изменилось настроение в отдыхе. То есть, раньше мне нужно было где-то путешествовать, смотреть массы каких-то там, достопримечательностей, храмов, музеев. То сейчас мне достаточно просто там 2-3 дня с какой-то хорошей литературой полежать где-нибудь на пляже, а после этого начинать путешествовать. Идем дальше. Вячеслав, умеете ли вы готовить? Была на вашем спектакле в Тюмени, вы просто супер. Пишет Анастасия из Тюмени. Наверное, другая. Спасибо, Анастасия, еще раз. Готовить я умею, люблю. Делаю это, к сожалению, не так часто в последнее время, поскольку нету времени. Но люблю и готовлю, поэтому вот. Дальше. Антон, значит, я пишу отличные шутки на разные темы. Куда можно прислать свои работы? Мне так кажется, что... Так, Антон пишет из Благовещенска. Антон, присылайте мне на почту. Если мне это понравится, я отошлю это дальше в какие-то пути. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть сайт «Большой разницы». Присылайте нам, мы собираем, любим и коллекционируем хорошие шутки. Евгений из Москвы. Мое мнение о Вячеславе. Умный, воспитанный, талантливый. Так, все, это я больше читать не могу. Умный, талантливый, изящный, знающий своих предков, пародист. Как чистокровный скакун, жизнерадостный. Спасибо, Евгений. Я не пародист. Спасибо за приятные слова, но я не пародист, я актер. Идем дальше. Быть красивым – это счастье? Спросите кого-то другого. Вопрос не по адресу. Дальше. Скажите, Арина пишет. Сокол. Я подозреваю, что это станция метро все-таки, а не город. Хотя, может быть, или из города, не знаю. У нас просто в Москве есть станция метро Сокол. Скажите, Слава, смирилась ли ваша мама с выбором профессии сына? Следит за вашим творчеством или не следит, не высказывает иногда сожаление, что выбор другой профессии был бы больше и в нем был бы больше толку. Мама смирилась давно, счастлива, следит регулярно за моими передвижениями по телевизору и моими театральными какими-то кинопобедами. И вообще мама самый главный мой цензор и до сих пор, и самый главный критик. Почему? Потому что изначально мама не хотела, чтобы я поступал в театральный вуз, как уже всем, наверное, известно. И она приняла меня в этой профессии, очень приятно это. Вообще, моя мама принимает меня, это самое главное. Вот. Идем дальше. Значит, Елена из Питера. Здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам, тоже стали актерами? Но это выбор будет их, я ни в коем случае не повлияю на их выбор. Но просто моя задача объяснить им будет, что это такое за профессия, и плюсы этой профессии, минусы, и как бы понять вообще с ними, готовы ли они идти в эту профессию, потому что это со стороны выглядит очень ярко, сладко и легко. А актерская профессия – это 99% труда и 1% таланта и везения. Идем дальше. Егор из Мытищ. Мытищи просто сегодня финиширует у нас. Вячеслав, вы отличный актер. Хорошо танцуете и просто великолепно поете. Это, видимо, видно по музыкальным пародиям. Особенно в пародии Modern Talking. Скажите, вы где-то учитесь перед таким прекрасным тенором? Друзья, огромная тайна я сейчас открою, что спасибо, что я хороший актер. Спасибо, что я неплохой танцор, скажем так. Но я вам открою страшную тайну. В пародии Modern Talking за меня поет Владимир Кисаров, артист «Большой разницы». Потому что так, как спет эта партия, не споет даже какой-нибудь оперный вообще лауреат всех премий. А Володя Кисаров споет. Поэтому в этой пародии поет Володя Кисаров. С пением у меня хорошо только в одном месте, это в ванной. Вот я там прямо арию устраиваю. Идем дальше. Ирина из Вологды пишет. Пожалуйста, приезжайте с гастролями к нам в Вологду. Будем аплодировать стоя. Ирочка,
Обязательно приедем. Спасибо. Вы часто бываете в Ярославле? Пишет Влад из Ярославля. Да, достаточно часто, уже 2 раза в год стабильно я бываю с гастролями в этом городе. Слава, вы любите киндерпинги? Вопрос от Натальи из Москвы. Киндерпинги я люблю, киндерпинги я люблю, киндерпинги, киндерпинги, киндерпинги я люблю. Люблю, да. Здравствуйте, Вячеслав. Вы снимались в сериале «Отблески». Скажите, пожалуйста, от кого поступило это предложение? И что вам нравится играть больше? Пародии или другие роли? Ну, это то же самое, что спросить, кого вы больше любите, папу или маму? Так сказать, невозможно ответить однозначно, Светлана из Нижневартовск, да? Но по поводу сериала «Отблески» я вам повторю то, что предложение было мне интересно тем, что оно было сделано Владимиром Виноградовым, человеком, который снимал этот проект, и поэтому, конечно, для меня было сразу однозначно, что я туда иду, хотя формат 24 серий для меня, честно говоря, не очень любим, скажем так, и оптимально. Я предпочитаю какие-то более короткие истории, потому что на протяжении 24 серий, это на протяжении примерно 4,5 месяцев, протащить эту линию героя и постараться ее прожить, чтобы поверили не только люди окружающие, но и вы, а если вы смотрели сериал «Отблески», это вообще было проблемно. Почему? Потому что там достаточно нестандартное решение всего сериала и достаточно неоднозначный герой, тем не менее, что он делает. Поэтому это было не очень легко. Вячеслав, вы сам очень красивый. Скажите, вы общаетесь только с красивыми людьми? Что для вас красота? Ну, естественно, я общаюсь. Это мне пишет из Ижевска Марина. Марина, естественно, я общаюсь не только с красивыми людьми. Вообще для меня красота – это понятие достаточно условное. Для меня красота – это внутренний мир, прежде всего. Наверное, не каждому в это верится, что, и тем более в нашей стране, в которой встречают по обложке, а провожают только по уму, как раньше, так и сейчас, то, ответив на ваш вопрос, я могу сказать, что, естественно, окружение моих друзей, для меня они самые красивые люди. Но для кого-то, может быть, нет. На модели, там, на подиум, может быть, их не выпустят. Красота – это понятие условное, очень условное. Поэтому это что-то внутри, знаете, вот если есть внутри, для меня это красота, а внешне это, знаете, такая ерунда, поверьте мне. Слава, с наступающим Новым годом вас. Вопрос будет такой, любите ли вы путешествовать? Уже отвечал на этот вопрос. Вячеслав, скажите, что вы думаете о последней истории с Киркоровым, о том, как он избил женщину? Прокомментируйте, пожалуйста. Я считаю, что женщину бить нельзя. Вот, дальше идем. Вячеслав, вы серьезный человек или нет? По вам видно, что вы очень образованный. Скажите, какой ваш любимый писатель и что вы любите читать? На этом совсем не хватит времени. Спасибо за комплимент по поводу образования. Серьезный ли я человек или не серьезный, я не могу так сказать. Почему? Потому что хотелось бы быть серьезным. Знаете, как вспоминая Оскара Уайлда, который говорил, как важно быть серьезным. Серьезность – это то, что мы хотим видеть. Поэтому хотелось бы быть, наверное, более серьезным в каких-то моментах. Но нет, наверное, серьезно. И, наверное, хорошо в этом смысле. Тамара из Москвы. Это я вам говорю. В канун Нового года хочется задать традиционный новогодний вопрос. Вячеслав, верите ли в Деда Мороза? Нет, не верю. Как говорится, глаза – зеркало души. Вы действительно по глазам можете увидеть и прочесть многое. В них есть... Да? Не зря... Вячеслав, какого цвета ваши глаза? Мои глаза цвета виски, карие. И по глазам действительно можно многое понять. Вячеслав, вы очень спонтанный, поэтому спонтанный вопрос. Как будете праздновать Новый год? Уже я отвечал. Слава, вы потрясающий, бесконечно мной обожаемый человек. Ответьте, пожалуйста, с кем вам легче дружить, с мужчинами или женщинами, и почему, и какой подарок вы бы хотели увидеть под Новый год? Нет такого, но я вообще не верю в дружбу мужчины и женщины, в принципе. Мне кажется, что она такая достаточно, ну как сказать,
Это обманка чуть-чуть. Ну, а в мужскую дружбу, конечно, я верю. Поэтому дружить, предпочитаю с... Да нет, у меня друзья и мужчины, есть и женщины. Но, наверное, больше друзей и мужчин. Вот. Вячеслав, по поводу Нового года и подарка, Екатерина Сафонова из Москвы. Что-то знакомая Екатерина Сафонова из Москвы. Значит, Катя. Мне кажется, я даже знаю, о ком это речь. Под Новый год я хочу увидеть под елкой, наверное... Наверное, счастье маленьких кусочек для всей нашей страны и, в частности, для себя, для своей семьи. Анастасия из Москвы. Вячеслав, вы любите людей? Или бывают моменты, когда вы никого не хотите видеть? Часто ли у вас меняется настроение? Мы вас видим только по телевизору, в отличном настроении, это очень приятно. Расскажите, как вам удается всегда сохранять улыбку на лице? Ну, конечно же, как у каждого человека, у меня настроение меняется. Не всегда бывает хорошее настроение, не всегда бывает... какое-то такое улыбчивое, но когда я выхожу на площадку, будь то она сценическая, театральная, радио, это настроение увеличивается всегда, потому что я занимаюсь любимым делом и делом, которым может называться призванием. Я люблю это дело, и поэтому, собственно, увеличивается и улучшается настроение, и улыбка расползается по моему лицу. А по жизни, наверное, я разный, как погода, сегодня такая, завтра такое. Здравствуйте, Вячеслав, Алиса и Оля из Москвы. Вы очень талантливый актер и с последних наших пародий на Тумандерса. Скажите, с кем из актеров большой разницы вы общаетесь не в рабочее время? С Валей Рубцовой. С Валечкой Рубцовой мне посчастливилось общаться и с Сашей Лобановым. Почему? Потому что как-то вот у нас есть общие какие-то интересы вне профессии. Это чудно, это уникально, понимаете, что редко такое бывает. В моей жизни очень. Я вообще не очень ансамблевый человек. Я такой, как сказать, белая ворона чуть-чуть. И для меня такой приятная очень в себе неожиданность я открыл вот такие какие-то дружеские мостики вот с этими двумя людьми. С Валей мы ходим в потрясающий один ресторан кушать эту индийскую еду с Валенькой, а с Сашей мы ходим в театр, в консерваторию с семьями, ну вот, и слушаем, и смотрим. Да, дальше. Ксения. Вячеслав, здравствуйте. Женское любопытство толкает меня задать эти вопросы. Вам на экране легче положительных играть или отрицательных? Слава, а какой вы в самом деле в жизни? Вам было интересно играть безумие влюбленного маньяка в фильме «Хроники супружеских измен»? Ксения. Значит, играть злодеев или положительных для меня абсолютно не принципиально, потому что если для меня интересен этот персонаж, я могу утонуть в нем, будь он злодей или будь он положительный какой-то. Для вас, для меня он всегда положительный. Понимаете? Играя злого, нужно искать, где он добрый. Играя доброго, нужно искать, где он злой. И касаемо фильма «Хроники супружеских измен», безумно любопытно и интересно мне было играть этого маньяка, как вы выражаетесь. Хотя для меня он неоднозначный. Не маньяк, понимаете, ни плохой, ни хороший. Вот мне интересно всего ответить на ваш вопрос. Играть не плохого, не хорошего, а что-то между. Вот это пограничное состояние. Вот. Дальше. Так. Вот, здесь еще два вопроса. Уже машут мне рукой. Так, значит, вот еще вопрос. Последний. Здравствуйте, что скажите, как вы живете в жизни, как вам живется, что хорошо, что плохо? Живете мне хорошо, я живу в прекрасном городе, в прекрасной стране, с прекрасными людьми. Занимаюсь любимым делом, поэтому надеюсь, что и вам доставляю большое удовольствие и все такое прочее. Я буду заканчивать нашу конференцию. Спасибо вам огромное за то, что я вам интересен. К сожалению, формат нашего общения не позволяет ответить на каждый вопрос, вам написанный, потому что есть эфир, есть время, и на все ответить невозможно. Спасибо вам огромное за внимание. К
К сожалению, так получилось, что не на все вопросы я ответил. И хотелось бы более расширенно, но я надеюсь, мы это повторим. Сделаем еще какую-то после Нового года историю. С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, любви! Не переставайте мечтать и любить. Это две самые главные позиции жизни. С Новым годом! Пока!